Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Дуже скоро наше улюблене місто буде відзначати свій день народження. І творчі люди, його мешканці вже готові створити свято всім городянам і гостям. Отже, сьогодні до нашої студії завітала Людмила Бондар, директор Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Доброго і трошки зазирнемо за куліси підготовки цього свята, цих урочистостей. Ну, то, о чому ми будемо говорити, це всього лише, насправді, дуже крошечна частина той массы мероприятий и всяких проектов, которые будут происходить у нас в городе. Всегда город готовится очень тщательно к этому празднику, потому что ну, день города, день рождения города, это очень важно для нас. И я могу рассказать только о тех мероприятиях, которые будут готовиться Николаевским городским дворцом культуры и торжественных событий. Это завжди дуже красиві дійства, дуже гарні, такі милі серцю і завжди приваблюють увагу городян і гостей. Одно мероприятие – это наше ежегодное мероприятие, парад карапузов. Хорошо знают о нем наши молодые семьи, у которых растут малыши. И я хочу воспользоваться возможностью еще раз проанонсировать это мероприятие. Оно состоится 10 сентября, начало в 4 часа. И мы приглашаем все семьи, творческие семьи, которые желают участвовать в этом проекте, с малышами до 2 лет. Ми зараз бачимо кадри з минулих років і бачимо, які яскраві творчество екскурсанти. Творчество родителей, як би, дуже таке, да. Ярко, непредсказуемо, каждый год у нас появляются новые образы, родители совершенствуются в мастерстве, и, в общем-то, это всегда красочное зрелище, очень трогательное, потому что приходят с семьями, вы видите, как бы, все образы определенной тематики, очень разнообразные, разноплановые. Вам особисто, кто запам'ятався з минулих років? Ну, мне запомнился самый маленький наш участник, Тихон, ему в этом году уже исполнился год. Это был самый наш, за всю нашу историю, наверное, самый маленький участник. Ему тогда было месяц хвостиком всего. И, конечно же, наши призеры, то есть... В каком образе был Тихон? Тихон был, мама и бабушка принимали участие, это был образ пирата, у него он был на собственном, да, пиратском судне. А, конечно же, впечатлила работа семьи, которые взяли, были персонажами из сказки «Принцесса на горошине», там была настоящая, вот как раз это мы говорим, Тихон, да, самый маленький участник. Но все семьи, сложно всегда определять победителя, потому что дуже творчі. Тут даже комментировать ничего не надо, потому что образы очень яркие, и я себе на минуточку представляю, сколько стоит труда и средств. Фантазия. Фантазия, самое главное, конечно, фантазия и желание. Сегодня уже зарегистрировано у нас 10 участников на парад карапузов, и мы приглашаем всех желающих. Количество участников ограничено. Заявки, да, заявки можно подавать у нас во дворцах, на Спасской 44, на Шевченко 58, телефон для справок 47 46 26 и 37 28 24. Вот. Желательно, конечно, прийти, написать заявочку, оформить, потому что мы готовим сценарий, нам важно знать, в каком образе будет представлена семья. Приглашают, поощряем мы участие группы поддержки, то есть это не обязательно мама, папа, это могут быть родственники, друзья, знакомые, которые поддерживают, потому что есть такие образы, которые требуют массовки. Вот, поэтому приглашаем всех желающих, и как всегда, я думаю, это будет очень красочное, зрелищное и такое милое сердцу. Вы ожидали, что в Миколаївці есть такие творческие люди? Честно говоря, часто сталкиваешься с инертностью. Мы часто приглашаем семьи на наши праздники, и, в общем-то, сталкиваемся с тем, что не всегда люди проявляют инициативу. Но парад карапузов – это не тот случай. Всегда желающих хватает. Да. Ну, следующее мероприятие… Будемо сподіватися, що і цьогоріч це буде яскраве видовище і справжнє шоу. Бажаю творчих участников и вдячных глядачів. Да, спасибо. Надеемся, что погода не помешает, и все у нас состоится так, как запланировано. Кроме этого, у нас еще два мероприятия, которые... Одно мероприятие, это камерное, это
будет происходить у нас во дворце на Спасской 9 сентября. Называется этот проект «Чужая свадьба». Вот так. В общих чертах могу сказать, что этот проект нацелен на знакомство со свадебными традициями. И, конечно же, всегда будет интерактив, то есть с участниками нашего праздника. Все желающие смогут побыть в роли жениха, невесты и гости на чужой свадьбе. Ну, в общем-то, вкратце. И еще один проект, который мы представим на, собственно, на День города 10 сентября в 2 часа дня на Каштановом сквере. Это будет проект «Три свадьбы». Что это за проект? Это новый проект. До сих пор мы выводили на Каштановый сквер невест. Причем мы всегда настоящих невест представляли. Но, естественно, в такой день праздничный, торжественный, когда у молодоженов и их родственников, то есть напряженный график, да, то есть как бы там все идет по плану, и вырвать их из этого графика чрезвычайно сложно. Поэтому мы решили показать, тоже рассказать о современных свадебных традициях и представить несколько вариантов свадеб, оформленных в определенном стиле. То есть, как бы, я думаю, тоже это будет зрелищно и интересно. Больше секретов раскрывать не стану, потому что должна быть определенная интрига в этом. Будем надеяться, что у нас получится. Весілля – це не тільки сімейна урочистість і родинна традиція, а це ще й яскраве видовище. Завжди всі бажаючі можуть подивитися на вбрання нареченої, підтримати нареченого, і ось такі весільні шоу-програми завжди привертають чимало уваги. Ну, это зрелищно и это познавательно, потому что на самом деле это такое событие, которое требует подготовки, и не всегда, в общем-то, и вариантов, и предложений много, и можно даже в них запутаться. Когда видишь воочию, наверное, легче выбрать и понять, что тебе хочется на самом деле, потому что далеко не каждый может себе представить свою свадьбу. А здесь будут предложены варианты, как это можно сделать. В общем-то, кому-то понравится, кто-то принесет свое, кто-то просто воспользуется готовым вариантом, сценарием. Да. Это уже как бы дело каждого. Но на самом деле, я думаю, что такие значимые вехи в жизни человека, они должны остаться в памяти, в хорошем смысле. И, в общем-то, каждая семья индивидуальна, поэтому каждый праздник должен быть индивидуальным. Мы просто хотим помочь разобраться в этом. Ну що ж, для молодят є, для молодих родин, а люди поважного віку будуть глядачами, тож всі задіяні. Совершенно верно. Запрошуйте глядачів на свято. Приглашаем 9 сентября во дворец торжественных событий в 4 часа. Категория наша – это молодежь, это пары, которые подали заявление на регистрацию брака, на проведение обряда. Ну и, в общем-то, все желающие, потому что у нас возрастная категория самая обширная, самая широкая. И 10 сентября в 2 часа проект наш «Три свадьбы», и в 4 часа парад карапузов. Приглашаем, ну, помимо нашего участия в этом празднике, еще раз повторю, будет много других участников, которые будут готовить свои программы не менее интересные. Поэтому ждем наших горожан в любимом месте в центре города, Каштановый сквер. То есть, как бы, в течение дня там будут хорошие программы, интересные, и приглашаем всех. Дякую. Ми продовжимо знайомити вас, шановні друзі, із учасниками святкових заходів вже у наступних програмах.